Не менее интересная акция под названием «Вальс Победы» пройдет 9 мая в странах Содружества. Тысячи пар в военной форме 40-х годов будут танцевать под звуки известных советских композиций. Это лишь одна из идей, рожденных на полях Евразийского экономического форума молодежи. Диалоговая площадка традиционно объединяет наиболее талантливых молодых людей со всего мира. Они обсуждают актуальные проблемы современности. В этом году на форум съедутся представители более 60 стран. Потому что ветераны с удовольствием при 40 стран мира. Мы собираем не просто молодежь. Идет тщательный отбор по тем конкурсным заданиям, которые мы сразу после проведения форума выставляем на сайт. И, конечно, отбираем этих молодых людей со всех точек мира.